Всем привет! В этом видео сделаем корону из фоами раны для самых маленьких принцесс. Шаблон вы найдете в нашей группе ВКонтакте. Ссылочку оставлю в описании. Для короны я буду использовать глиттерный фоами ран толщиной 2 мм. Прикладываем шаблон к изнаночной стороне фоами рана. Обводим при помощи зубочистки или апельсиновой палочки и вырезаем. При помощи клеевого пистолета склеиваем боковые стороны будущей короны. Из фоами раны вырезаем кружочек диаметром 3,5 сантиметра. Подклеиваем его к нижней части короны, лицевой стороной вверх. Моя корона будет на повязке. В качестве нее я буду использовать вот такую кружевную резинку. Также для короны нам понадобится органза шириной 2,5 сантиметра, отрезок длиной 1 метр. Собираем ленту на нить, делая встречные складки. На повязку подклеиваем фетровую основу диаметром 4 сантиметра. Затем приклеиваем юбочку из органзы и корону.
Украшаем корону по своему вкусу. Низ короны я украшу тесьмой со стразами, а верх полубусинами диаметром 5 мм. Такая корона у меня получилась. Она отлично подойдет для самых маленьких принцесс. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось это видео, поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока!